Давайте сегодня нарисуем попугая волнистого. Я знаю, все девчонки и мальчишки любят волнистых попугайчиков. У меня в детстве были много попугайчиков. Сейчас я иногда завожу себе попугайчиков, но не так часто, потому что, ну, как бы они такие здоровские, но все-таки занимают время. Больше я завожу детей. Рисуем попугайчика. Смотри, как я рисую попугайчика. Вот так рисую полосочку и вот так закругление. Это у нас попугайчик такой. Нарисуем глазик. Такой кружочек здесь. Нарисуем клювик. Клювик — это такой крючок будет. Или запятая такая, запятая. Да? Вот здесь еще такую палочку, я знаю, у попугайчиков есть. Отлично, все получается. Не забывай так смотреть, если не успеваешь, так на паузу. Теперь крылышко. Крылышко идет отсюда сюда. И немножко выходит. Так раз, вышло чуть-чуть. Теперь вот отсюда, здесь вот у него клювик идет. Здесь дырочки, да, есть. И здесь у него второй такой низ клювика. А теперь вот отсюда я вот сюда проведу линию. Такой полукруг идем сюда-сюда-сюда. Ведем раз. И получилось. Теперь рисуем хвостик. Хвостик так. Раз. Здесь доведем. У нас хвостик получился. И теперь лапки. Лапки нужно вот так нарисовать. Смотри. Лапка здесь будет идти. Одна лапка. И вот так он обхватывает обычно двумя коготками. И здесь вторая лапка. И тоже двумя коготками. Теперь нарисуем жердочку, на чем сидит наш попугайчик волнистый. Вот так жердочку нарисовали. А теперь рисуем перышки и крылышки. Вот здесь вот у него небольшое оперение. Здесь тоже так вот у него веселое, хорошее, красивое оперение. А здесь крылышки, на крылышках длинные перышки. И вот так они идут. Получается здорово. А теперь можно раскрасить нашего пугачика. Раскрашиваем масляной пастелью. Очень просто. И каждый справится с этим. Рисуем. А ты выбери свой цвет, я выберу свой цвет. Я хочу сделать такого, знаете, волнистого пугачика. Розового, фиолетового, желтого, может быть, зеленого добавлю. Все цвета, которые мне нравятся, я сразу достану и буду сразу же ими рисовать. Вот тут покрашу ему носик и лапки. Носик и лапки, все покрашено, отлично. Больше коричневого мне не надо. Теперь розовый. Розовый у меня будет розовый вот здесь. Крылышко. Верх крылышка. Низ хвостика. И может быть вот тут немножко. Головка. Отлично, розовый получился. Теперь желтый. Если ты заметил, я беру сначала светлые цвета, а потом возьму цвета потемнее. Желтый. Желтый здесь. Желтый здесь. Вот здесь. И, наверное, хватит желтого. А теперь я возьму зеленое. Зеленым я покрашу. Вот здесь зеленым покрашу. Вот здесь. Здесь. Здесь чуть-чуть добавлю зеленого. А теперь возьму не зеленый, а фиолетовый. И фиолетовым подкрашу немножко больше. Вот здесь крылышки, здесь. Здесь. Здесь можно тоже провести несколько раз. И головку покрашу. Головку. Такой у меня попугайчик получается. Кстати, коричневым я забыл покрасить жердочку. Жердочку тоже коричневым покрашу. Вот такой попугайчик. Он очень классный. Можно нарисовать несколько цветочков, листочков. Такие, знаете, настоящие веточки сидит. И здесь такие листочки у него. Попугайчики очень говорливые. Мне не очень нравится. Такой вот получается рисунок. Очень просто его будет тебе нарисовать. Повторить прям у тебя точно получится. Прям не сомневайся, бери бумагу и рисуй. Если не успеваешь, так на паузу. Линию, голову, крючок, крылышко, бочок, хвостик и ножки. Все. Отлично получается. Спасибо тебе, если ты рисуешь со мной. Звери и рыбаки будут продолжаться. Каждый день я буду рисовать одного какого-то зверя. Может быть, фантастического, может, настоящего. Вот сейчас я настоящего попугайчика волнистого нарисовал. Приходи обязательно, рисуй со мной. Свои работы показывай мне в Инстаграме или ВКонтакте. И всего хорошего. Пока-пока.